Город Рени за свою историю видел многое, но бандуру на Дунае, да еще в жанре рок, поп и джаз, это, пожалуй, было впервые. Фестиваль «Бандура Фьюжн» прошел в Рени в рамках проекта «Маленькие города. Большие впечатления». Это удивительный проект, который вдохновил нас, когда мы смотрели интересные фестивали, которые проходят во Львове, в Киеве даже. Но почему-то в Рени такого фестиваля нет. Несмотря на то, что у нас более 30 фестивалей проходит в Рени, а фестиваля бандуры у нас нет. И вообще, почему-то мы плохо знаем, что это за инструмент. Так вот, сегодня у нас появилась такая уникальная возможность познакомиться с этим удивительным инструментом. Посмотреть, послушать и увидеть его совершенно в другом виде. Марусю, ты Марусю, люблю я твою роду. Люблю дивитися, люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Люблю дивитися, як ти йдеш по воду. За последние 10-15 лет репертуар бандуристов очень изменился. Музыканты доказали, что на бандуре можно сыграть все, что угодно. Но только в своей стихии, в руках народного артиста, этот инструмент заставляет затаить дыхание. Бандура вела, бандура возила по всьому світу. Саме цей інструмент об'їздив, напевно, от якщо брати землю, вона кругла, то з одного кінця в інший. Єдиний континент, на якому не була ця бандура, це Австралія. Впечатления отличные. Тем более, что это такое бывает крайне редко, мы всегда очень высокого уровня, очень. Голоса богатые, прекрасные голоса. И главное, что на этом я бандуру, в принципе, даже толком не знал, что такое бандура. Ну так, краем уха слышал, а тут я уже понял, что такое бандура. И послушал настоящее ее звучание. И когда вживую слушаешь, да, земля и небо, чем лучше один раз так вот увидеть, чем прочитать о ней, о бандуре. Что-то возвышенное было. Где-то в лесу, где-то в роще. Воспоминания вот плыли вокруг нас, у каждого свои. Дай Бог, чтобы это не заканчивалось. Я вам серьезно говорю, такой праздник. Спасибо, спасибо, спасибо устроителям концерта. Спасибо тем, кто слушал. И спасибо тем, кто приехал. Разнообразить быт нашего города. Много воспоминаний, скажем так, из детства, когда мы это все слышали только по радио, когда телевидения еще толком не было, или показывали такие концерты очень редко, что прекрасный концерт, прекрасные голоса, и хочется в дальнейшем, пусть они снова к нам приезжают, и мы с удовольствием придем и послушаем.